Достали наш просохший вензель из лампы, проверяем на сырость. Если проминается рисунок, проваливается, значит увеличиваем время полимеризации еще секунд на 5-10. Здесь ничего не проваливается, просохло все хорошо. Беру фольгу золотую, матовой стороной прижимаю к рисунку, отрываю. Не одним движением, а можно, отрывая от поверхности готовый дизайн, перекрываем финиш покрытием. Фольгу желательно перекрывать в два слоя, либо использовать густой финиш. Потому что очень часто она стирается, блеск теряет. Сушим 2-3 минуты в ультрафиолетовой лампе. 1 минуту в холодных катодах и в LED-лампе. Следующий мастер-класс с использованием фаерегелей будет посвящен рептилии. То есть как с помощью фаерегелей и финиш-покрытия можно создать вот такой вот эффект змейки. Вот наш результат готовый, что мы получили.